Все наши планы понемногу воплощаются в реальность. У хвостиков появляется новое место. Друзья, огромное спасибо за вашу помощь. Мы понемногу воплощаем в реальность наши планы. На той неделе мы многое сделали. Простерилизовали животных и подлечили нашего медвежонка Басю. Благодаря вашей поддержке мы рассчитались с последним долгом по собачке Анжеле. Спасибо огромное всем читателям блога за это. На оставшуюся сумму мы закупили немного продуктов, лекарства для Марфика и Персика, ну и, как всегда, заправили газовый баллон. Дорогие наши, сердечное вам спасибо от хозяйки мини-приюта Людмилы Черницкой и ее хвостов. Вольер, похоже, получится просто бомба. 6 на 2,80. Завтра доделают. Но денег пошло уйма. Каждый раз добавляет женщина и докупает материал. Волонтер поделилась своими мыслями о том, что думает, если что, потом поставить перегородку, и получится уже целых 2 вольера. Это так, на всякий случай, для адаптации, пока не привыкнет. А то одному Артемону и правда многовато места будет, он-то не крупный. Вот как сейчас было бы место, волонтер бы сразу его и забрала, а так некуда. А теперь даже запас, хоть какой-никакой, но есть. Волонтер хочет в будущем еще продлить, сделать такой себе собачий городок, то есть череда за чередой вот этих вот вольеров. Ну, дай бог, начинание-то очень хорошее. Домой просятся. Девочки мои. Мои девочки, кусючечки. Лайзочка.